Илон Шор давал показания в течение 2 часов. После заседания примар Аргеева не стал общаться с журналистами и поспешил покинуть суд в сопровождении личной охраны. Адвокаты и прокуроры тоже не стали говорить о деталях допроса. Если виноват Кирилл Учинский, он фортурбанер. Всем известно, что допрос носил закрытый для прессы характер. Вот в отношении деталей мы не можем раскрывать и не будем раскрывать. Возможно, мы дадим какие-то комментарии, но только после того, как приговор вступит в силу. Он сам факт декларации, карем зеня кузаря, он кремня за пидону Кирилл Лученский. Это конфирмат. Да. Экзакт. По словам Кирилла Лучинского, его адвокатов, у стороны обвинения нет улик. Требуется он требовать пидону прокурора, тут что ничего сунтым винует. Фенка, я мне парик, я лаву и татум пик. Что он там винует, иначе, как требуя сэштил, к бани, которые он примет его, аувут провиненца и лечит. Домну Шор, ла чест капитул, распус фарти клар, к бани, которые у фос трансферас, а фос легаль. И у Шор диспус. Якобы требуется мне доведешь в процесс, да как спус чего прокурора, пел требуется в фирме пим проби. Ну, с проби, сам прокурор рамас Галушкан горы шкваса сотернат. Кирилла Лучинского задержали 25 мая прошлого года. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и искажении данных налоговой декларации. По данным прокуроров, с 2012 по 2014 год компании, которыми владеет экс-депутат, посредством фиктивных контрактов получили деньги на некие услуги. Прокуроры считают, что денежные средства произошли из БЕМ, Банка Сычала и Унибанка. Кирилл Лучинский все обвинения отрицает и настаивает на законности контрактов. Если его вину признают, ему грозит до 10 лет лишения свободы.